Основной канал Цукец теперь на Rumble. Подписывайтесь. Каждый день мы выходим в эфир, чтобы держать руку на пульсе политических событий. Наш канал лишен возможности монетизироваться на социальных сетях. Также нет возможности развивать контент, поскольку мы в теневом бане. Это означает, что только от ваших донейшн зависит, насколько часто мы сможем выходить в эфир. Давайте сохраним нашу площадку для общения. Отправьте посильную помощь нашему каналу через PayPal или Zelle. Давайте вместе бороться за наше будущее. «12.04, Нью-Йорк, Вашингтон и Майами. Начинаем ток-шоу в прямом эфире, где говорим о политике и о всем, что происходит вокруг нас. Благодарю всех тех, кто присоединился к нам сегодня в эфире, кто действительно интересуется политическими событиями и новостями без цензуры и без редактуры. Напоминаю вам, что в связи с тем, что мы лишены полностью монетизации на YouTube, мы перешли на Rumble, завели там канал и начинаем заново собирать аудиторию, которая сможет в ближайшем будущем получать информацию оттуда без всяких блокировок, ну и, соответственно, поможет нам создать еще один канал, который в дальнейшем сможет монетизировать наш контент, что нам необходимо. Но пока мы призываем помощи для того, чтобы вы могли помогать нашему каналу самостоятельно и делали это все и помогали нам. Сейчас начнем с новости, которые приходят прямо сейчас из Нью-Йорка, из Бруклина. Здесь в Бэй-Ридже, в Бруклине, несколько человек были сбиты и ранены грузовиком «Юхал». Несколько пешеходов также пострадали в трех разных местах в Бэй-Ридже. Возле 5-й авеню на Бэй-Ридж Парквей в одном месте грузовик вылетел на тротуар. По крайней мере, несколько человек пострадали. По данным полиции, пострадал мужчина 30 лет. Также на 4-й авеню Юхал был участником инцидента. Доставили в больницу людей. Сейчас полиция не поясняет, что это, почему это произошло и что это, случайная какая-то трагедия, либо это преднамеренно было сделано. Водитель бежал из аварии на скоростной автомагистрали, выехал на Гамильтон-авеню, и там был окружен полицией, где был задержан. Его имя Роберт Би. Это все, что мы сейчас пока знаем. Полицейские забрали подозреваемого для допроса. По словам полиции, сейчас офицеры вызывают саперов для проверки грузовика. Есть предположение, что это, возможно, какой-то преднамеренный теракт. Поэтому сейчас, в данный момент, мы сейчас получаем прямую картинку из Бруклина Бэй-Ридж. И мы наблюдаем сейчас, что полиция перегородила грузовик. И в данный момент они ждут саперов для того, чтобы понять, что находится внутри грузовика, и был ли это преднамеренный какой-то попытка совершить какой-то теракт, оговорюсь, либо, опять же, это момент, когда просто что-то произошло. Сейчас пока полиция не делится никакой информацией, и мы получаем прямое видео из Бэй-Ридж, где видим несколько полицейских машин и одну полицейскую машину, которая перегородила дорогу, ну а также как бы мы видим огромное количество машин и перекрытый участок дороги. В данный момент полицейские ждут
саперов. Ну, идем к политическим событиям, поскольку пока что мало информации еще поступает из Бруклина. Практически как бы мы не владеем никакой информацией. Я благодарю всех тех, кто в нашем чате уже сейчас находится. Здесь у нас Мила, привет, дорогая. Здесь у нас Семен Парнес. Здесь у нас Элла Ильяч, Алис Уильямс, приветствую. Здесь у нас Маринчик 9814 из Twitter, из Twitch нас смотрит. И, друзья мои, смотрите нас с разных платформ. Мы идем одновременно в прямом эфире на всех платформах и призываем вас подписываться на Rumble, где у нас основная платформа, на которой мы будем вести вещание. Эндшоу здесь. Я благодарю за модерацию контента Семена Парнеса, Алойса Бергат, Лану Медную и Михалыча. Спасибо, что вы делаете общение для нас комфортным и удобным. Друзья мои, поддержите нас также еще и через кофе. Поделитесь чашечкой кофе. Для нас это актуально и очень необходимо. Также используйте PayPal, используйте Zelle, используйте суперчат на Rumble. Есть такая возможность уже сейчас, где вы можете, также используя суперчат, помогать нам. Пишите нам, какими способами вы еще можете нам помочь, каким вам удобно. В студии Tukets Video Production сегодня Андрей Минакар. Андрей, приветствую тебя. Как твои дела? Надеюсь, ты сейчас подальше от Бруклина, ну или хотя бы, по крайней мере, в безопасности. Ну, я же в Вашингтоне, конечно, я далеко. Я периодически езжу, конечно, в Нью-Йорк, но не в Бэй-Ридж, потому что я езжу на Манхэттен погулять. Я люблю от Battery Park идти вверх и дойти, допустим, до Централ Парка. С одной стороны, хорошая физическая нагрузка, вокруг красивые здания, можно заходить в какие-то магазины. Если по Пятой авеню, там подороже магазины, если по Бродвею подешевле магазины, можно на мюзикл зайти. Блин, но по дешевке купить. Да, но я, кстати, вот уже, наверное, последние годы, я когда хожу, я всегда смотрю, есть ли ограждение от автомобилей. Если какой-то поток автомобильный, я всегда думаю о том, что если Нью-Йорк и толпа, может быть какой-то придурок, который на машине врежется, или какой-нибудь придурок, который будет нести рюкзак с бомбой. Я всегда об этом думаю. И я обратил внимание, что на грузовике U-Haul изображен верблюд. Вопрос на засыпку, водятся ли верблюды в Соединенных Штатах? Нет. А где водятся верблюды? Они водятся в странах с преимущественно исламским населением. Поэтому совпадение. Может быть, думаю. Если был бы честным журналистом, я бы первый вопрос спросил, задал бы полиции, это кричал ли атакующий Аллах Акбар или нет. Потому что террористы настоящие, исламские, они всегда так делают. То есть это их знак, они кричат всегда, особенно в Нью-Йорке. А вторая версия, это наркоман или психически больной, это тоже возможно, конечно. Насчет технического неисправности не верю, потому что, по твоей информации, он атаковал людей в нескольких местах. Если была бы неисправность, он бы мог случайно, допустим, наехать в одном месте, врезаться в столб или в стену и перестал бы ехать. Правильно? Безусловно. А раз он продолжал ехать, значит, что это не техническая неисправность. Это с головой неисправность. Ну да, слушайте, ну такие неисправности с головой не только у террористов, но и у политиков, которые делают это возможным. Ведь каждый раз, когда подобное происходит, никаких мер не предпринимается, кроме как нам политики постоянно кричат: «Да, надо запретить оружие». Да, вот надо запретить оружие. Надо запретить критиковать ислам. Они вот и это надо говорят. Да, и надо я, запретить кстати, критиковать да, ислам. Я, кстати, где-то пару недель назад одна из конгрессменов исламисток, та, что из Сомали. Умар? Угу. По-моему, она, та, что из Сомали, она но сказала, она что самый главный ущерб, который нанесли теракты 2001 года по башням-близнецам, так главный ущерб – это то, что в Америке увеличился уровень антиисламизма. Это по ее мнению. То есть не 3000 убитых людей – это главный ущерб, не порушенные здания. Здания американцы всегда построят. Вот 3000 людей они не восстановят. Вот для нее не это главное. Главное, что к ней стали полиция строже относиться. Там каких-то ее родственников стали проверять, не входят ли они в какие-то ячейки Талибана или Аль-Каиды. Вот для нее это ISIS, точнее, еще тогда был ISIS. Вот для нее это самое опасное.
И у меня вопрос такой: хотят ли американцы жить в обществе вместе с людьми, которые так считают, которые говорят, что о теракте она еще раньше сказала, some people did something. Да. Какие-то люди что-то сделали. Это ужасно. Или она рассказывала, что когда она училась в старших классах или в колледже, у них был урок по терроризму, и учитель говорит, с такой интонацией очень напряженной говорит «Асис, Аль-Каида». Мы не говорим с такой интонацией Соединенные Штаты или Великобритании. То есть для нее Аль-Каида – это что-то равное Соединенным Штатам. Вот хотим ли мы жить в обществе с такими людьми? Я не то, что делать их конгрессменами. Конечно, она угроза национальной безопасности. И то, что ее выперли из Комитета по безопасности – это очень хороший знак. А у меня вопрос, хотим ли мы таких людей в нашей стране иметь, рядом с нами? Я, например, не хочу идти по улице по Манхэттену и думать о том, что я не хочу быть в скоплении людей, я не хочу быть близко к движущимся автомобилям. Но я об этом думаю. А я не хочу так думать, я хочу быть в безопасности. Ну вот по поводу безопасности как раз-таки самая тема поговорить. Вот я, например, думаю, что в принципе как бы самая большая опасность для Соединенных Штатов – это по большому счету, в общем-то, человек, который думает, что он президент Соединенных Штатов сейчас, вот, фактически как бы находясь в Белом доме. И ведь эпопея, да, вот с этими шарами, да, летательными, она не только этим не закончилась, она продолжилась. Оказывается, шаров таких много, летают прекрасно. На этих выходных еще два шарика сбили. Но что самое удивительное, что наше правительство теперь исключило термин «китайские шарики». Оно, это расизм. Это да, оно чуть ли не начало нам рассказывать на полном серьезе, что это инопланетные какие-то объекты, которые были сбиты. Вот. И вот эти инопланетные объекты, которые, в общем-то, состоят вполне себе из материалистических вещей, которые производятся на планете Земля, да, и летят в определенном направлении, там, из определенных источников. Я вот сложно мне понять, каким образом невозможно отследить, откуда эти шарики появились, да, и где они начали свой полет, как это все произошло. Мы можем судить о возможностях Соединенных Штатов по тем видео из Украины, с Донбасса, о том, как видятся спутников расположение российских войск и как хаймерсами по ним наносят удары. Это благодаря Starlink украинцы делают. Прекрасно все видно. То есть там видно, даже можно отличить грузовик от легкового автомобиля. Танк, например, можно от бронемашины пехоты отличить. Поэтому если огромный шар, который в несколько десятков раз больше танка по объему, его точно видно, откуда, когда он летит. Я уверен, что у Белого дома есть информация вообще точная, где его запустили, как он летел, полный маршрут его известен. А то, что сейчас... Ты, наверное, видео хочешь показать, да? Я перебиваю сейчас. Нет, все нормально. Мы сейчас посмотрим, конечно, видео, да, но просто сперва я думаю, что главный критерий – это то, что Джо Байден боится своих экономических интересов и портит отношения с Китаем. Не зря сейчас, посмотрите, вместо того, чтобы бороться с самой проблемой, нам пытаются в голову внести, что это не проблема, это просто вообще инопланетные объекты. Ни в коем случае не употребляйте слово «китайский», пытаются сказать нам политики. То есть вместо того, чтобы просто решать, сбивать, да, и говорить, что этого не будет происходить, опять происходит проблема так же, как вот и в Бруклине, да, не искоренять проблему, а вот не говорить о том, что там исламисты это плохие люди, да, ни в коем случае. Они нам скажут, только если это будет белый консерватор, там, если найдут в Фейсбуке его посты в поддержку республиканской партии или кандидатов республиканской партии, тогда заявят, что, ну вот, опять этот республиканский радикализм привел к жертвам, тогда будут неделю рассказывать во всех телепередачах. Если же это будет мусульманин, то скажут, нечего тут смотреть, как Лесли Нильсон в комедии вот так махал на фоне взрывающегося здания, там, и фейерверков разных. Нечего тут смотреть, disperse, please disperse. И уже через день, если кто-то упомянет какой-то там на Newsmax или на Fox News, то на Fox News вообще тогда его забанят, этого человека. А про Newsmax расскажут все остальные левые телеканалы, скажут, ну правильно их отключают от кабельных сетей. Они же, смотрите, какие они расисты еще при этом скажут. Хотя ислам это не расизм, это совокупность идей. А мы живем в стране, где совокупность идей не только можно, а нужно критиковать. Вот
Мы можем критиковать идеи социализма, капитализма, исламизма. Исламизм – это совокупность политических, в том числе, идей, потому что Коран – это книга не как Библия, где описана частная жизнь человека. В Коране написано еще и, как построена должна быть политическая система государства. Поэтому, собственно, радикалы строят исламские государства. То есть там в Коране есть все, как государство должно существовать. Поэтому мы имеем право критиковать и обсуждать идеи, которые изложены в Коране. Почему нет? Но мне это запрещают. Ну хорошо, давай посмотрим все, что происходило на выходных с шарами, и начнем с этой темы тоже. Эпопея с якобы неопознанными объектами в небе США продолжается. По итогам уикенда Пентагон успел сбить еще два летающих объекта. Один над Канадой и второй над озером Гурон. В этот раз американские военные не стали сходу их называть китайскими. И даже намекнули, но, видимо, после звонка с Белого дома, что эти объекты могут иметь якобы внеземное происхождение. Впрочем, в Конгрессе в это не верят и возлагают всю ответственность за вторжение в воздушное пространство США на Китай. И, конечно же, нам Байдена, который потакает этому. Законодатели обещают мстить Пекину всеми возможными способами, от введения ограничений на покупку недвижимости в США до запрета TikTok. За выходные республиканцы подготовили еще один законопроект о спешном переносе американского производства из Китая в другие страны. Принять его дело несложное. Основной вопрос в том, как в реальности этого добиться. Олицетворением этого процесса становится Apple. Корпорация постепенно переносит сборку iPhone в Индию и планирует там производить до 25% своей продукции. Однако ей оказалось очень сложно подстраиваться под индийское законодательство, и компоновку туда приходится везти из Китая. При этом, хоть отдельные корпорации и релоцируются из Китая во Вьетнам, в Индию, товарооборот США в Китае только растет. За прошлый год он составил рекордные 690 миллиардов долларов. Поэтому пока попытки США оторваться от Китая ничем не заканчиваются. На недавнем форуме в Давосе новым вектором развития Запада назвали реглобализацию со снижением зависимости от Китая. Но в реальности на то, чтобы этого добиться, уйдут многие десятилетия, а эскалация борьбы США и Китая идет гораздо быстрее. И в условиях сохранения прочных торговых связей грозит потрясением всей мировой экономики. Ну, в общем, Андрей, все на бабках завязано, я так понимаю. И вся эта история, с коррупцией. Когда президент коррумпирован, да, я имею в виду Байдена, и его всю семейку. Здесь сложно говорить о том, что Китай не будет делать то, чего он хочет делать, да? И также демонстрировать и проверять какие-то вещи, а насколько сильно и быстро будет Байден реагировать на вторжение, а что можно будет распылить с этих шариков, даже если ты их там, допустим, там собьешь, да, ну собьешь, они там все равно там сейчас мир вообще вирусов мы уже схватили там определенные, да, вирусы, мы поняли, как это работает и понимаем, что угроза биологического оружия тоже как бы довольно-таки серьезное. И никто на самом деле не сможет ничего остановить, если это будет реально. Так вот самая большая угроза. Нам постоянно влазят в мозги и говорят, что мы бороться с причиной не будем, поскольку мы знаем, что Байден ничего не будет делать против Китая серьезного в угоду своих собственных бизнес-интересов, шкурных. А мы будем страдать, вот и все. А нам будут рассказывать, что это совершенно все по-другому выглядит, что белое – это черное, черное – это белое, летающие объекты, спай-балуны из Китая – это на самом деле инопланетные существа и прочую всякую хрень в голову вбивать. Так выходит. Ну, посмотрим, что там за существа и кто их запустил. Но я могу похвалить администрацию Белого дома, надо же добавить альтернативную точку зрения. Так вот, они сбили в этот раз раньше. Они не позволили уже этим НЛО летать над территорией континентальной, только над Аляской позволили, над полуостровом, так скажем. А над Монтаной, над Айдахо, если не ошибаюсь, в прошлый раз летал шар. Над Южной Дакотой, Северной Дакотой. Сейчас он не летал там, его раньше сбили, их даже раньше сбили. И вполне возможно это объясняется тем, что критика была за то, что так долго шар летел в прошлый раз. И, видимо, провели там какие-то замеры общественного мнения там среди демократов, что демократы тоже критикуют. Я думаю, что поступила даже карта шаров, летающих шаров на территории США. Мы ее видим.
Вот. Ага. И поэтому, воспользуясь этой картой, раньше это был один, а сейчас тут... Ну, я вижу, уже... над Флоридой нет. Вот над Вашингтоном, Нью-Йорком есть шар, а над Флоридой и Техасом нет, например. Это очень точная карта из Пентагона, которая сейчас... Ага. Которую мы получили. Причем размер, да. Размер точный, соотношение такое же к территории страны. То есть шар больше, чем Флорида. Да, но это инопланетные объекты, да, это карта вторжения инопланетных объектов. Еще хочу похвалить то, что Apple и другие IT-гиганты постепенно выводят хотя бы часть производства из Китая, это хорошо, но недостаточно, потому что они говорят, мы в Индию. Ну, Индия, извините, она, конечно, формально демократия, но по факту там до сих пор не секта, как это называется у них, шатрии, как это называется, часть общества, поделенные в Индии. Ну, в принципе, да, хрен реки не слаще. То есть, как бы, построим теперь... Касты. У них кастовое общество. Я даже экономику могу сказать, Индии. Что я читал анонимную статью одного работника с Силиконовой долины. Он писал так, что если вы в компании в один отдел пригласите только индусов, то через неделю они все уже по кастам выстроятся. То есть, у них будет начальник высшей касты, и он... Там низшему подчиненному он даже руки не будет подавать, не будет брать там его вещи какие-то, потому что он будет грязный для него. А прямые его подчиненные, там, заместители, он с ним еще будет общаться. Индус. Ах ты, да, он скажет, грязный индус, не прикасаемый, я даже коснуться тебя не могу. И поэтому у них это очень давно, тысячелетиями, и они от этого не избавились. Я не говорю, что они должны избавляться. Это их путь. Пусть идут этим путем, но Америка не должна зависеть от стран, которые культурно так от них отличаются. Потому что рано или поздно, вот сейчас раздули, я имею в виду с 70-х годов, раздули Китай, что он стал таким крупным, что Америка вынуждена учитывать его интересы. Что над Америкой летают китайские шары, и еще администрация думает, когда сбивать. То есть Америка слишком сейчас зависит от Китая. Китай тоже от Америки, но... Я бы сказал так, семейство Байдена очень зависит от Китая. Проблема то, что Америка перенесла производство в свое время, пойдя на поводу у демократов и у тех политиков, которые рассказывали о том, что они не демократы хотят... Демократы создали благоприятные условия, и часть республиканцев тоже... Потому что вспомним товарищ Никсон, который прилетел в 70-е годы в Китай и там общался с руководством и говорил, что давайте дружить против СССР вместе. Тогда это казалось хорошей идеей, СССР был опасен и крупен, а Китай вроде как послабее, и поэтому с ними меньше угрозы, давайте, мол, вместе с Китаем оторвем Китай от СССР и тем самым победим постепенно Советский Союз. Ну, к 91 году Советский Союз исчез, поэтому с этого года можно было бы уже перестать с Китаем так дружить, а в это время как раз экономические связи только усугублялись, увеличивались, их пустили в ВТО. Сейчас они эксплуатируют идеи и формат ВТО просто хвост и гриву, я имею в виду китайцев. Вот классическая история, вы, наверное, все встречали рекламу «Купи кроссовки за $3, купи там футболку за $1». И причем доставка 0 центов. Вот смотри, о доставке можно поговорить отдельно, поскольку вся доставка, которая происходит из Китая, она финансируется за счет почты Соединенных Штатов Америки. Да, за счет американцев. За счет американцев, которые платят за доставку из соседнего города. Больше, чем, я не знаю, там в 20 раз дороже, чем просто-напросто доставить что-то из Китая через весь мир. Да, потому что Китай, вступив в эту организацию, в ВТО, в почтовую, всемирную почтовую организацию, они подали заявку как бедная страна. А по формату ВТО и почтовой организации, если вы бедная страна, то вам компенсируется доставка посылок. Типа вот они такие бедные, несчастные, давайте им поможем. Но Китай, он может быть, там отдельные жители бедные, где-нибудь в деревне живут, там, может, 500 миллионов бедных есть, да. Но как страна, это огромная страна с огромными ресурсами, с большим чиновничьим аппаратом, у них огромная армия, которая уступает только американской. И у них самое опасное, то, что у них есть планы и программы, которые некоторые даже не скрываются, стать первой страной мира и, соответственно, влиять на весь мир.
и свою структуру, свою систему, свои взгляды распространять по всему миру. Мы хотим, чтобы, например, Америку окружали страны с авторитарной системой, где людям ставят социальный рейтинг, где ты можешь, допустим, не уехать на поезде, потому что ты покритиковал президента. Хотим ли мы такого? Нет, конечно, мы не хотим. Поэтому для нас Китай – это угроза. И, соответственно, бизнесы должны выводиться, и лучше даже не в Индию, потому что Индия сейчас, да, она такая вроде как бедная, тоже несчастная, но если она распухнет слишком, она тоже станет борзеть. Поэтому надо яйца раскладывать в разные корзины. И мне кажется, что выгоднее всего для Америки выводить в соседние страны, такие как Мексика, Гондурас, Никарагуа, Бразилия. Ну Аргентина. Вот же, такое странное решение, даже если вы и приняли решение выводить это в третьи страны из-за того, что вы не хотите там как бы идти на поводу у профсоюзов, да, опять же, не борясь с профсоюзами, а вот просто как бы соглашаясь с ними, да, да, главное, чтобы у нас типа было все хорошо, да, к примеру, но мы вот как бы будем выходить и будем делать это все совершенно там по-другому, с другой точки зрения. Странная вообще история, но знаешь, я хочу сказать, у нас вот Евгений присоединяется к нашей беседе. Евгений, слышите нас? Нет, не присоединяется. Друзья, я хотел просто досказать, почему нам выгоднее американцам, чтобы в Мексику или в Гондурас куда-нибудь бизнес выходил, или в Гватемалу. Потому что люди едут сюда в Америку, которые говорят, вот эти миллионы, что мы там политические беженцы и подают на убежище. На самом деле они никакие не беженцы, они экономические мигранты. Они едут сюда работать на какую-нибудь фабрику. Или на завод, или строить крыши там. Так вот, постройте им завод не в Индии, я имею в виду бедным странам, а в Мексике. Постройте завод Apple в Мексике, тогда 100 тысяч мексиканцев не уедут в Соединенные Штаты. Или люди из Гондураса будут идти на север, и они не будут идти в Америку, а останутся где-нибудь в Мексике, потому что там будет заработок для них. Это выгодно для Америки. Ну, вот в том-то и дело, что происходит все совершенно не так, как ну, не по-человечески и совершенно не поддается логике. Вот мы с точки зрения логики, да, говорим, а на самом деле логика отсутствует. Вот давай вот об этом поговорим. Смотри, вместо того, чтобы, опять же, решать проблему, политики в Соединенных Штатах пытаются залезть нам в голову и просто сказать нет, да нет, все по-другому. Там, с точки зрения там, китайских шаров, о, это НЛО, это совсем не китайские шары шпион, это не то, о чем вы подумали. С точки зрения, вот, например, сейчас ситуация в Бейриджи, да, к примеру, если предположим, что это исламский террорист, да, а это, скорее всего, так и выглядит, потому что очень похожий почерк, это все одно и то же ситуация, знаешь, там из раза в раз одно и то же, одна и та же компания, берут эти, ну, уже вот схема, да. И причем они опровергают теорию, что если отобрать у них пистолеты, они убивать перестанут. В Лондоне безусловно. Убивают ножами больше, чем в Нью-Йорке и пистолетом. Вот либо грузовиками, да, запретите Юхал, выйти на улицу и скажите, нет, вот именно компания Юхал будет запрещена. Почему, да. Скажете вы? Да они потому тогда... что все они на Юхалах ездят, не на других компаниях там, не на Баджете они ездят, а не на Пенске они ездят, а именно на Юхале. Так вот тоже удивительная, да, история. Почему именно? Потому что верблюды у них есть, наверное. Опять же, что делают... Что делают правители? Они говорят нам, нет, мы будем бороться с исламофобией. И с исламофобией будем бороться. То есть, а вот в случае, когда мы пытаемся о чем-то говорить, нас просто-напросто закрывают, так же, как и наш канал, друзья мои, лишают монетизации, лишают возможности вообще что-то говорить. Поэтому мы обращаемся к вам, конечно, всегда за помощью. И вообще все наши сейчасшние эфиры зависят только лишь от донейшн, который вы нам пожертвуйте. Поэтому, друзья, не зря у нас тут еще тут появилось вот кофе. Кому неудобно через PayPal, кому неудобно через Zelle, используйте кофе. Давайте двигаться в этом направлении. Для нас очень важно остаться на плаву в информационном плане. Ну, смотрите, Госдеп даже уличили в установлении цензуры в США. И речь идет как раз-таки о закрытии монетизации, но уже в более глобальных масштабах. На крупных республиканских ресурсах созданы НКО, которые будут вести кампанию, чтобы рекламодатели не давали денег для республиканских СМИ. То есть просто прекратили финансирование и перенаправили это все на левые СМИ. И это все, на самом деле, за этим, за всем, оказывается, стоит Госдепартамент и Белый дом. Ну, конечно же, кто бы подумал. Давай посмотрим сюжет и поговорим об этом.
Госдепартамент обвиняют в восстановлении цензуры в США. Появились подробности очередной схемы установления онлайн-цензуры. Несколько американских и британских либеральных НКО ведут кампанию давления на рекламодателей, требуя отказаться от размещения рекламы на неугодных новостных сайтах, чтобы их обанкротить. В список нежелательных медиа попали крупные республиканские порталы. «Нью-Йорк Пост», знакомый с цензурой не понаслышке, ведь именно его статьи о коррупции Хантера Байдена блокировали в соцсетях. «Daily Wire», «The Federalist», «The American Conservative» и многие другие. Их обвиняют в распространении якобы дезинформации, что в переводе означает отказ следовать текущей повестке Демпартии в самых разных проявлениях, от критики расово-гендерных постулатов до скептического отношения к дальнейшему воровству из бюджета США. При этом от рекламодателей ожидают, что они сосредоточатся на работе с так называемыми леваками нерискованными ресурсами, в список которых в основном входят типичные левые медиа вроде The New York Times, Washington Post, BuzzFeed или HuffPost. НКО, связанные в этой кампании давления, получают гранты из Национального фонда демократов, который, в свою очередь, финансируется Госдепартаментом. Фактически, речь идет о попытке осуществления государственной цензуры, только не напрямую, а через формально независимые общественные организации. У меня есть информация про террориста. Давай. Потенциального. Я вот Брейтбард читаю. Что официальное лицо сказало, что как минимум 5 человек пострадало, и что эта атака или это несчастный случай совпадает с вынесением с судом над Сайфулла Саиповым, исламским террористом, который убил 8 человек в 2017 году как раз при помощи трака в Нью-Йорке, и ему могут вынести смертный приговор. А, то есть они таким образом подчеркивают, что смертный приговор не надо выносить. Я не знаю. То есть мы будем все-таки вот так же само на юхолах с верблюдами или еще там чего-то как-то ездить, давить вообще американцев, а вы ни в коем случае не выносите смертный приговор. Ну, это менее, кстати, удачный теракт. Тут 8 и убило, тут 6 и пока просто ранено. То есть пока ни одного, ну, мы не знаем, может, они тяжело ранены. Но пока никто не умер. Ну, 30-летний мужчина, да, очень в тяжелом состоянии, сообщают средства массовой информации. Вот, и да, тяжелая вообще, конечно, история. Но вот опять же, да, прежде чем что-то делать, прежде чем какие-то вещи менять, политики не хотят, чтобы вот такие новости доносились, любые новости. Да, от Брейтбарда. Причем, обратите внимание, я специально зашел в Брейтбард, потому что я знаю, что ни в одном практически другом СМИ, ни в «Нью-Йорк Таймс», ни «Вашингтон Пост», ни «Рейтерс» не напишут о том, что это совпало с судом над террористом. Только Брейтбард это заметит и об этом посмеет написать. И поэтому, кстати, Брейтбард был лишен рекламных доходов очень давно. Их Google, это было выяснено, это уже точная информация, года 3 назад Google специально поставил их в черный список. И если вы набираете новость какую-то, даже точное название новости, которое есть на Брейтбарде, Google даст вам Брейтбард каким-нибудь 105-м источником. То есть сделано так специально, чтобы максимально маленькое число людей могло зайти случайно через поиск на сайт Брейтбарда. Это, естественно, убивает их рекламную базу. Ну, это то, что делают с нашим каналом, вот точно так же. Они, это называется теневой бан, и это лишение, да, вот монетизации. Пожалуйста, это то, что сейчас делает Белый дом. То есть демократы, что делают демократы? Мало того, что они денег не дают, да, ни бюджетных, никаких, дают только своим левым СМИ. Так они еще на эти деньги... Что они делают? Они нанимают НКО, в которые вливают наши же бюджетные деньги, и эти НКО какими-то усилиями, там, разговорами с рекламодателями, да, говорят им, если вы дадите деньги республиканским средствам массовой информации, мы вам устроим там 5-е, 10-е, и мы вам будем там палки постоянно в колеса ставить, а вот, пожалуйста, список нерискованных ресурсов, то есть нерискованные ресурсы, которые исключительно... Для Демпартии, нерискованные для Демпартии. Ну да, Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, BuzzFeed, HuffPost.
это все понятно, это то, которые рекомендованы для, для того, чтобы они делали. То есть даже в этом, послушайте, это же просто, ну, назвать приличным словом невозможно. То есть мы говорим, да, там о том, что мы там как бы периодически используем мат в программе. Некоторые говорят: ой, да как же вы? А как по-другому назовешь это явление? Это демократы, которые это должны... Нет, ну ладно, это коррупция, бог с ним, это коррупция. Использование но... должностного положения в своих личных или узкопартийных интересах. Но и это мы видели в ФБР. Это разность мнений. В 16-м году. Это разность мнений. Когда сотрудник ФБР в открытую в рамках своей службы, в специальных мессенджерах ФБР переписали друг другу о том, что мы не позволим Трампу стать президентом. У нас есть страховка на случай, если он победит на выборах, у нас вот есть эта история про то, что он якобы имеет незаконные связи с российскими властями. Это чистая воды коррупция. Были слушания в Конгрессе, что произошло с сотрудниками ФБР. Они просто ушли, и сейчас у них отлично все, никто их не посадил. У некоторых из них есть даже Штрока, например, агент Штрок. Он, по-моему, он на одном из крупных телеканалов сейчас платный комментатор. То есть платный комментатор – это тоже шестизначная годовая зарплата. Я не знаю, дай догадаться, конкретно. CNN или ABC? Или вот MSNBC, кто-то из них. Что-то, да. NBC или CNN, кто-то из них. И он там регулярно теперь получает жизни. И он у них, он, по мнению левых, герой. То есть то, что он коррупционер, по их мнению, это герой, потому что если ты коррупционер против своего политического оппонента, по мнению большинства элиты демократической партии, это хорошо. А насчет вот упомянутого фонд поддержки демократии, который попался, так скажем, с финансированием организации, которая влияет на ситуацию в Америке, они, конечно же, не имеют права этого делать. У них в уставе написано, что фонд поддержки демократии способствует, опять, ну, естественно, продвижению демократии в странах третьего мира, там, где этой демократии нет, или где она очень vulnerable, там, где она неустойчивая, слабенькая такая, где это надо помогать развитию этих институтов. И когда я читал статью на тему финансирования вот этого фонда NEDM, то есть National Endowment for Democracy, и там указывалось, что когда NED давал грант этой организации лондонской, то было указано, что это на составление списков достоверных источников информации в Африке и Азии. И то, что они одновременно еще Америкой занимались составлением таких же списков, что вот это достоверный источник информации, а это недостоверный, и отправляли потом в Microsoft, то это они могут, я не знаю, это может дойдет до суда, до каких-то разбирательств в лучшем случае. И тогда NED скажет, что мы на Америку не давали денег. Мы давали только на Африку и Азию. И тогда возникнет такая коллюзия, интересная судебная история, что если вы даете деньги организации, которая занимается кроме Азии и Африки, еще и Америкой, то является ли это нарушением или нет? Потому что мы не знаем, куда конкретно шли деньги. Они могли брать деньги на Азию и Африку, а потом брать из этого же бюджета и тратить их на Америку, например, на составление списков, слушай, на оплату. Абсолютно. Это то, что происходит сейчас, когда одна статья расходов в бюджете указана, а на самом деле деньги идут совершенно другой. Но вот продолжая эту тему... Я про NED мог бы немного рассказать, что это вообще за NED. Давай, конечно. Дело в том, что ЦРУ еще с 50-х годов, видя, что Советский Союз и спецслужбы Советского Союза финансируют различных журналистов, покупают политиков в разных странах для того, чтобы продвигать коммунизм и коммунистические идеи, началась холодная война, и ЦРУ сказали, что ну, мы должны тоже покупать журналистов, политиков и влиять на общественное мнение, потому что мы не можем просто сидеть и смотреть. Да, это нехорошо, это нарушает наши там, внутренние установки, но иначе мы проиграем и в белых перчатках вообще не победим. Это была позиция ЦРУ. И был создан специальный фонд в рамках ЦРУ по поддержке демократии. И это было до начала 80-х. А в начале 80-х кому-то в администрации Рональда Рейгана пришла идея, что этот фонд надо сделать открытым. Потому что в этом нет ничего плохого, если мы будем поддерживать открыто какие-то демократические организации в странах с недоразвитой демократией, так скажем. И был создан
фонд National Endowment for Democracy, и сделали его руководителем, президентом Карла Гершмана, который тогда вроде как был такой bipartisan человек, вроде как и не демократ, и не республиканец, это хорошо смотрелось. Но, к сожалению, вот когда я стал общаться с некоторыми руководителями и сотрудниками National Endowment for Democracy, а это было вот там 2014-2018, вот в этом периоде, то они уже почти все были левые. То есть формально этот фонд должен быть bipartisan, они следят за тем, чтобы их не поймали за какими-то высказываниями. Вот, например, одна из сотрудниц мне говорила: мы не можем против Трампа ничего говорить. Мы бы хотели, она мне сказала, но мы не можем, потому что мы bipartisan. Но это в открытую они не могут и не хотят, и не говорят. Но они что делают? Они, во-первых, если ты руководитель, ты левых взглядов, ты набираешь на работу, ты, естественно, смотришь на политическую позицию набираемых тобой сотрудников. Если ты видишь, что он какой-то стойкий, так скажем, республиканец, ты его не возьмешь просто, и все. И эта позиция не будет представлена в твоем фонде. И постепенно так получилось, что там, наверное, мне кажется, там процентов 50 это такие левые, очень левые люди, а 50 центр left. А про республиканцев я не знаю, может, там и есть кто-то скрытный республиканец, вот как мы профессора из Memphis State University обсуждали, что он там Знаменский не может открыто говорить, что он республиканец. Также вот, может быть, и в Неде есть какие-то республиканцы, но они там очень тихо себя ведут. И поэтому, например, когда фонд рассматривает заявки от каких-то организаций из авторитарных стран, они, например, учитывают такие... они учитывают, насколько левая эта идея. То есть, если это будет какая-то идея демократии и национализма какого-то, они скажут: не, мы не дадим. На националистов мы не дадим, потому что это плохо. Или на там идею, что границы надо защищать, они скажут: не, мы не дадим. Мы дадим, что наоборот, надо границы надо открывать. Все, нация – это плохо, не надо думать вообще о нации своей, о своем языке, ассимиляция не нужна, давайте откроем границы. Ну, то есть все левые идеи. И, соответственно, вот там у них 300 миллионов, последний раз, когда я смотрел, был годовой бюджет. Эти 300 миллионов идут в основном на левые идеи по всему миру, и таким образом взращиваются левые политики в разных странах. И поэтому, когда, например, Дональд Трамп стал президентом, он куда-то там поехал в Европу, то его везде встречали организованные митинги протеста, потому что во всех этих странах это был просто шок, что реально какой-то республиканский президент стал президентом. То есть человек с республиканскими взглядами, а не псевдореспубликанец. А почему? Потому что десятилетиями, в том числе, их вскармливали и на американские деньги. То есть демократы подготовили себе базу поддержки и за рубежом. И поэтому любой республиканец, он чувствует себя загнанным в угол, он вынужден идти на компромиссы, вынужден слушать их идеи. Так вот это же игра слов, во-первых, потому что считается, что демократия и демократы – это одно и то же. Ну вот, блин, люди должны понимать, что нет. Поэтому республиканцы должны везде вставлять слово «Republican». И, например, если вы почитаете речи Абрахама Линкольна, ну, фактически основателя республиканской партии, то он везде вставлял именно, что мы республика, вот его знаменитый Gettysburg Address, он там говорит, что республика взращена и так далее, он говорит о республике, республика, во всех его речах слово республика, потому что он чувствовал, что слова управляют идеями и смыслами, что если вы не используете слово республика, а потом говорите, а я республиканец, то у человека не возникает ассоциации хорошего с твоей партией. Если вы говорите «демократия, демократия», а потом «а я республиканец», скажет: «не, ну а при чем тут вы? Я, если демократия такая хорошая, давайте за демпартию проголосую». Конечно, мы должны говорить о том, что Америка, согласно Конституции, это конституционная республика. И если вы возьмете, например, американскую конституцию, то там есть слово «республика», а слова «демократия» вообще нет. В американской конституции нет слова «демократия», потому что отцы-основатели изначально строили республику. Игра разума, игра пропаганды. Это вот еще раз, почему они так играются со словами, и каждый раз, когда включается что-то, убирают того, чего нет. Вот я хочу сейчас показать видео, коротенькое очень. Начались же слушания Конгресса о цензуре в Твиттер, и мы помним, да, историю, когда блокировали всех докторов, которые высказывали альтернативную точку зрения, не совпадающую с Белым домом,
да, когда продвигалось вот это все, я имею в виду с демократическим, опять же, истеблишментом, с демократы начали намарать его, и кажется, это ужасно, это страшно, сейчас мы все умрем, быстрее, сидите по домам, выборы только по почте, да, то есть основной момент это был выборы только по почте, и они нагнули всех, и вот сейчас идет слушание, и я очень, вот очень интересный момент, характеризующий. Мы когда даже у нас заболевание какое-то есть, там, не дай бог, мы идем к одному доктору, да, а потом мы, нам всегда говорят, нам надо второе, там, second opinion, и даже third opinion, даже третье мнение доктора, которое он вам скажет, вот есть такое, 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 да, мнение. А что делает Twitter на тот момент? Ну и все социальные сети, они принимают одно мнение, причем которое приходит только с Белого дома, и остальные мнения глушат нафиг, абсолютно глушат. А потом, когда их спрашивают, а почему, они говорят, ну вот это наши внутренние правила, которые должны сохранять все наше сообщество. Так каким же вы образом их сохраняете, это сообщество, каким же образом вы их бережете, когда вы принимаете только одну точку зрения, которая идет из Белого дома и все. И, ну вот, в общем, давай посмотрим маленький кусочек и разовьем тему. Where did you go to medical school? I did not go to medical school. I'm sorry? I did not go to medical school. That's what I thought. Why do you think you or anyone else at Twitter had the medical expertise to censor a doctor's expert opinion? Our policies regarding COVID were designed to protect individuals. We were seeing... You guys censored Harvard-educated doctors, Stanford-educated doctors, doctors that are educated in the best places in the world, and you silenced those voices. Прекрасный пример, да? Ну, я просто приведу, что она спросила, когда вы закончили медицинскую школу? Она говорит, я вообще не ходила туда. Так а какого хрена вы закрыли голоса самым лучшим медицинским специалистам в тот момент, когда это нужно было, да? Когда нужно было эти голоса, чтобы они были услышаны, чтобы сообщество не сошло с ума и не начало безумно носить эти маски, просто потому, что они думали, что это помогает вообще. И они не слушали никого, потому что не было никакого другого мнения. Вот это все, что происходит с цензурой сейчас. Они пытаются лишить нас всех разных мнений и пытаются продвинуть только одно их мнение, чтобы мы даже и помыслить не могли, что существуют какие-то другие варианты решения вопросов. Что мы бы даже помыслить не могли, что существует еще какая-то другая партия, которая может что-то там для нас решать и беспокоиться за нас. Вот посыл этой тетки из Twitter, она говорит, это наша policy, которая создана для того, чтобы защитить каждого. Так а что же вы делаете-то по факту? Ее, кстати, Илон Маск уволил, эту тетку. Да, ну просто как бы самый удивительный посыл. А как же, блин, это происходит? То есть цензура, затыкание ртов. Мы идем к одному только мнению, и всех остальных лишают возможности давать эти мнения. Друзья мои, нас заблокировали, нас лишают монетизации. Мы перешли на Rambler. Давайте подписывайтесь там. Давайте подписывайтесь на Ko-fi. Там есть возможность даже месячно нас поддерживать, и там же также есть возможность смотреть наши эфиры. Ну, в основном это площадка, да, для того, чтобы помогать таким как раз-таки каналам, которые, как мы, делаем правдивую и журналистику без цензуры и доносим до вас информацию, которую вы практически нигде больше и не сможете получить. Давайте делать так, чтобы все больше и больше ресурсов, говорящих правду, было, и чтобы мы имели возможность общаться и получать информацию, и думать. И думать – это прежде всего. Давайте сейчас посмотрим промо Rumble и продолжим наш эфир. Основной канал Цукец теперь на Rumble. Подписывайтесь. Каждый день мы выходим в эфир, чтобы держать руку на пульсе политических событий. Наш канал лишен возможности монетизироваться на социальных сетях. Также нет возможности развивать контент, поскольку мы в теневом бане. Это означает, что только от ваших донейшн зависит, насколько часто мы сможем выходить в эфир. Давайте сохраним нашу площадку для общения. Отправьте посильную помощь нашему каналу через PayPal или Zelle. Давайте вместе бороться за наше будущее.
Борьба на президентских выборах 2024 года начинает обостряться. Сейчас основной и единственный пока кандидат – это Дональд Трамп. Но уже в ближайшее время ситуация может измениться. Поступила инсайдерская информация на этих выходных буквально о том, что Рон ДеСантис все-таки точно будет участвовать на выборах. И здесь ситуация будет закручиваться. Давайте посмотрим сюжет и поговорим о выборах. Борьба на президентских праймерис обостряется. Единственным выдвинувшимся кандидатом в президенты США пока остается Дональд Трамп. Однако в течение одного, а то двух месяцев число кандидатов резко увеличится. Уже известно о выдвижении Ники Хейли, экс-посла США в ООН и упертого ястреба после середины февраля. Ожидается участие в президентской гонке Майка Помпео, экс-госсекретаря при Трампе. Теперь появился инсайт о том, что в президенты все же пойдет Рон ДеСантис. Сообщается, что команда ДеСантиса только и ждет удачного момента, чтобы сделать заявление. Решение якобы уже принято. Сам Рон ДеСантис пока занимает выжидательную позицию, оценивая риски прямого столкновения с Трампом. Но его советники и спонсоры ожидают, что ДеСантис объявит о выдвижении в президенты в течение месяца. ДеСантис – единственный республиканец, кто способен составить конкуренцию Трампу. Губернатор Флориды даже обходил Трампа по рейтингам в конце прошлого года, хотя с того момента Трамп усилил свои позиции и снова вырвался на первое место. Трамп не сидит сложа руки и уже вовсю атакует ДеСантиса. Недавно он выложил фотографию, где тот в бытность молодым учителем обнимает своих школьниц. Трамп старается поставить под вопрос репутацию ДеСантиса как социально-консервативного католика и семьянина. Президент Дональд Трамп вчера сделал несколько постов на своей социальной платформе Truth. Несколько из них напрямую говорят о вашем прошлом. Хорошо, что я могу прокомментировать вам обо всем этом? Я понимаю, что вы хотите меня втянуть в дальнейшую перепалку, как бы намекая, предложить мне использовать закон против очернения моего имени. Выделите сами те посты, которые можно считать действительно очерняющим мое имя. Delivering results for the people of Florida and fighting against Joe Biden. Я бы вам так ответил. Я трачу свое время на достижение результатов для жителей Флориды, а также борюсь против политики Джо Байдена. Это то, как я трачу свое время. Я не трачу свое время на то, чтобы размазывать и бороться с другими республиканцами. Для Трампа наиболее выгодной ситуацией является праймерис с большим числом кандидатов, тогда как в 2016 году его оппоненты стали бы друг для друга спойлерами, в то время как Трамп вполне легко бы выиграл с поддержкой своего ядерного электората. Ну, похоже, что все-таки не такая томная будет предвыборная кампания, раз уже за два года фактически мы имеем, ну, по крайней мере, вот такие вот результаты. Что ты думаешь по этому счету? Рано еще что-то говорить, посмотрим. Потому что, когда начнется предвыборная кампания, появятся детали, так скажем, мировоззрения ДеСантиса, которые еще неизвестны. Потому что, например, ДеСантис не комментирует международную политику, это не часть функции губернатора штата Флорида, он не комментирует. Я не встречал ни разу какого-то подробного освещения его позиции в отношении войны России с Украиной, например. Пока есть только домыслы, что вот домыслы, он якобы там принадлежит тоже к ястребам, и он бы еще больше бы оказывал поддержку Украины. Это одна позиция. Но это все домыслы. Для меня было бы важно, конечно, чтобы эта поддержка увеличилась. Дональд Трамп считает, что наоборот, надо прекратить помогать Украине. Но не разворовывалось, правда же? То есть увеличивалось, но при этом, я думаю, что ее даже не надо увеличивать. Ну, извините, если я что-то говорю, кому-то что-то дать, я сразу можете по умолчанию считать, что я против воровства, коррупции, естественно. Нет, потому что здесь очень важно, здесь многие говорят, а вообще не важно, там, что вы делаете, там, типа, воруете, не воруете, но вообще все равно, дайте нам просто денежку какую-то, а мне вот, ну, как бы наплевать. И я считаю, что это неправильная позиция, поскольку что мы делаем? То есть мы делаем то, что мы даем возможность левым воровать деньги на эти я деньги. Я не даю возможность левым воровать. Ну, я понимаю, я имею в виду, что вот такой позиции, когда люди говорят, там мне все равно, там чего да как, вот, лишь бы дали мне какую-то там центик, да, копеечку, что-то там припало бы. Не, на Украине дают, например, танки, они не воруют танками, они берут эти танки, направляют на фронт. Объяснить, как это делается?
Ты берешь, да, ты берешь, да, 2 триллиона долларов. Нет, нет, я украинское правительство, я беру 400 танков. Нет, я же не говорю про украинское правительство сейчас, я говорю про, Байдена. Это Конгресс должен заниматься расследованием. У них вот видишь, эта ситуация напоминает, кто-то должен заниматься чем-то. А по факту вот что происходит. По факту, а избиратель должен голосовать за политиков, которые будут реально расследовать, а не просто говорить. А насчет того, что мы сейчас узнаем, как мы проголосуем, поскольку то же самое схема. Не, уже проголосовали. Я имею в виду Конгресс. Конгресс, большинство республиканское. Все комиссии, комитеты, все функции расследования, САПАИНа, то есть вызов на допрос, это все сейчас есть у Конгресса. Там есть конгрессмены республиканцы, и они должны этим заниматься. Как, например, я считал в 2017 году, что пока никаких нет доказательств вины Дональда Трампа, я не буду его считать связанным с Россией, незаконные какие-то связи, я не буду считать, что он в чем-то виновен. Хотя обвинений было очень много. Так и сейчас я пока не увижу результата каких-то расследований со стороны республиканцев, в которых будет четко написано, кто, как, что украл. Вот до этого момента я буду считать, я буду скептически относиться к этим разговорам в принципе. Ну, я тебе опять же, мы скатываемся в ту тему, в которую, как раз всегда, разделяет нас, да, вот это единственная причина, почему не хочется как бы в эту тему скатываться. Но смотри, история с тем, что ты же согласен, что есть определенная сумма, которая была выделена из бюджета. Ты же согласен, ты же почитал, на что уходит эта сумма, да, там на поддержку социальных сетей, которые будут заниматься формированием в кавычках определенного. Это Конгресс принял решение. Я имею в виду другое. Последний день перед Рождеством, когда все знают, что все сваливают на каникулы, выносится бюджет, который 4500 страниц, и нам говорится всем, что мы должны за один день проголосовать за очень важный законопроект, бюджет, в котором, внимание, весь очень важный законобюджет складывается только лишь на том основании, что там помощь Украине, и она необходима прямо сейчас. А вот с сентября месяца этот бюджет, если так важный на помощь Украине, не был не согласован, ничего с ним не происходило. И демократы, давя на это, протавливают этот бюджет, принятие этого бюджета. И мы прекрасно понимаем, как это все было. Не надо говорить, что надо было бы выбирать. Да, и все вот эти вот законодатели предпочли поехать домой и отдыхать, проголосовав за этот законопроект, причем вернувшись в январе, уже на второй неделе января стал вопрос о том, что бюджет принятый, уже сейчас в дефиците и уже сейчас нет денег на его выполнение. То есть, что вы принимали-то? И каким образом вы его принимали, если для того, чтобы выполнить бюджет, вам нужно денег занять? То есть, денег-то вообще нет на него, но вы его приняли, вы уехали отдыхать, а потом вы говорите, мне надо госпотолок долго поднимать, чтобы этот бюджет вообще каким-то образом существовал. Ну, это просто выстрел не в ногу, а в голову. И эти люди продолжают пребывать на своих местах, эти люди продолжают осуществлять свои профессиональные, в кавычках, обязанности. Я считаю, их надо уволить моментально. Правительство все надо распустить, поскольку сделать такую вещь, принять госбюджет, на который нет денег, при этом орав вообще о том, что надо увеличивать госдолг, и ничего вообще с этим мы не будем делать, мы не будем ничего с этим творить, это те деньги, которые наши внуки должны выплачивать. О чем мы говорим? О чем мы сейчас разговариваем? Денег нет, вы уже их истратили. Кому вы собираетесь помогать? Их напечатают. Создаст, потому что большая часть денежной массы в данный момент это виртуальные деньги, это обязательства правительства перед банками, например, всяческие там перекредитования, это все денежная М2 масса. А кэша, на самом деле, там, кэш, по-моему, 10% сейчас от всей денежной массы. Мы же понимаем, что их можно напечатать, их можно придумать виртуально, но это приведет к тому, к чему это приводит сейчас. Сейчас это приводит к инфляции. Что толку, что у нас есть эти, там, допустим, месяц? Но я говорил не про это.
Когда я говорил по поводу расследований, я говорил о коррупции. То есть, когда, например, выделяются деньги там, 100 миллионов на одно, это прописано в законе на одно, а на самом деле тратятся на другое. Либо, если выделяются деньги на закупку чего-то, и эта закупка осуществляется в корыстных интересах каких-то посредников или каких-то фирм, связанных с политиками. Вот это прямая коррупция, я об этом говорил, это можно расследовать. А когда вы перед Новым годом принимаете бюджет, и там среди триллиона вы 50 миллиардов на Украину выделяете, и говорите, что надо голосовать за миллиард, то есть за триллион, потому что там 5% в Украине, на святое, так скажем. Это не коррупция, это манипулирование общественным сознанием, это использование своих возможностей большинства в нижней и верхней палате. То есть это не преступление, это просто тут, так скажем, это их такой способ управления. Вы можете, как республиканцы, это критиковать, вы можете говорить о том, почему это плохо, но за это вы не посадите этих людей, потому что это не противозаконно голосовать за бюджет, в котором что бы то ни было, было включено. Это, скажем, вы можете прийти к избирателю и сказать, голосуйте за меня, потому что демократы вот это сделали, это плохо. Вот это вы можете. Но вы не можете посадить Александрию Оказио-Кортес, например, за то, что она так проголосовала. Вы можете просто попытаться у нее выиграть, но вы не сможете. Потому что демократы сделали отличный ход, ну, для их партии. Они в 65-м году приняли закон о миграции. И теперь избирательный округ, в котором избирается Александрия Оказио-Кортес, на 90% не белый. И из них половина сидят на пособиях. И они всегда будут голосовать за демпартию. Чтобы вы там, и если вы придете к ним и начнете рассказывать про то, что это неправильно проводить бюджет таким образом, они вообще не поймут, о чем вы говорите. Они скажут, Александрия Оказио нам обещала бабло халявное, и она нам это все доставила. А вы, республиканцы, что вы нам обещаете? Закон о послушании? Это нам неинтересно. У нас в Гондурасе нам деньги не давали, а здесь нам в Америке нам дают. Поэтому будем за Александра Оказио-Кортес. Ну, тут единственное, один момент остановит, видимо, их. И вот нам сейчас вот Алекс Кей напоминает, да, с информацией об убийстве трех республиканцев. Да, за последнее небольшое количество времени я читал, да, то, что там не только трех республиканцев, но еще и демократов тоже там как бы, ну, количество уголовных преступлений, количество нападений на политиков возрастает сейчас. Вот, и люди становятся агрессивными, да, и при каждом удобном случае, в случае, если что-то происходит, они встречают, там, да, есть нападение на политиков. И я думаю, что это действительно как бы вот такой какой-то момент агрессивности и ответа народа вообще на все, на то, что происходит сейчас с законодательством, с проектами, с тем, что мы реально просто как биомасса для политиков, и они никак не рассматривают, никому не интересно, что на самом деле происходит с реальными обычными американцами, насколько они на эти же $100 теперь могут купить продуктов, чем раньше, еще 2 года назад. Байден это вообще не колышет, вот он сказал, watch me. А ничего, что там как бы треть американцев, как минимум, не хочет, чтобы ты вообще шел на выбор. А мне пофиг, watch me. А мне все равно, смотрите, как у меня поддерживают. Смотрите, это у него новая подтяжка, да, вот этих вот глаз. У него же на лбу. Лишь бы он мог спать с закрытыми глазами. Я уже волнуюсь. Все похоже, что нет, не получается. Я волнуюсь. Да, ты я волнуюсь. Как он там спит? А ну, то жил, волнуется я, честно, за я, то, я как она... Я читал еще лет 10 назад историю про Валерия Леонтьева. Или он сам это сказал в интервью. Я уже не помню, но история такая. Правда, он сделал, да, подтяжку. Или там экспресс-газете какой-то. Кошмар, что мы читаем. Так вот, он Леонтьев сделал подтяжку. Ну, считайте, что это анекдот. Валерий Леонтьев сделал подтяжку. Пришел домой, глаза не закрываются, ему пришлось спать за шторенными окнами. Так жестко, так что вообще ни миллиграмма там солнца не поступало, ни сцинтилы солнца, потому что у него глаза не закрывались, и он спал с открытыми глазами. Ну, не полностью, как вот у меня на фотографии, например, а там щелочки оставались. Я хотел насчет ковида, можно вернуться к ковиду? И... Давай вернемся. Идеи, что вот Twitter он брал и убирал вообще все альтернативные точки зрения, и даже если это врач там с прекрасным образованием, Харвард, Оксфорд и так далее. Дело в том, что, ну, это, в принципе, это
и сила, и слабость левых. Сила в том, что они всегда строятся, идут маршем. Вот если мы посмотрим, как голосуют республиканцы или демпартия в Конгрессе или в Сенате, то всегда у демократов больше единства, потому что они маршируют, они как пелцой. Мы все говорят, что мы вместе, но никто не знает в каком. Вот они все вместе. Неизвестно в каком, но они вместе. И у республиканцев, как еще другой есть анекдот, что если соберутся два еврея, то у них будет три точки зрения. И у республиканцев та же проблема и слабость, но и сила тоже одновременно. Потому что если у вас разные идеи, то и свобода обсуждать эти точки зрения, то у вас больше вариантов для маневра. Это вообще было вступлением. Я хотел бы, вот когда мне говорят там, про ковид, что есть 10 врачей, и есть консенсус, и все, и замолкни, и вся критика должна быть запрещена. Или говорят, вот, например, до сих пор про то, что есть консенсус среди ученых-климатологов, и если ты не считаешь, что надо запретить использование газа, бензина, угля, то ты хочешь уничтожить землю, и чтобы пол земли затоплено было, миллионы людей умрут с голоду, вторая половина людей утонет. Вот если ты не поддерживаешь идею, что изменение климата, во-первых, ужасное, а во-вторых, что это все действие человечества, то ты злодей какой-то. Ты должен замолкнуть, потому что есть некий консенсус ученых. Когда я слышу про консенсус ученых, я вспоминаю важную для меня тему – это диеты. Диета в 60-е годы. Ученые американские пришли к консенсусу, что люди толстеют из-за того, что они едят животные жиры, жирную пищу. Из 60-х годов по, ну, практически, там, может быть, по последние только 10 лет отказались от этой идеи. Вот 70-е, 80-е, 90-е и нулевые, 40 лет подряд, все практически производители еды старались вынуть оттуда жиры из еды. И мы покупали там обезжиренное молоко, обезжиренный кефир, обезжиренную сметану, все обезжирено, мясо без жира. Но пища после вынимания из нее жира становилась безвкусной. И что делали продавцы еды? Они туда засунули углеводы. Углеводы в виде сахара в основном. И люди, вот то, что люди за 40 лет на планете Земля растолстели, это в том числе связано, что был такой консенсус у диетологов, у врачей, которые разбираются, там, изучают причины питания, причины того, что люди толстеют, они пришли к консенсусу, что надо убирать жиры и добавлять углеводы, и тогда все будут худые. Оказалось, что не так, и уже лет 10, как большинство ученых считают, что все-таки надо было вынимать углеводы, а не жиры, и что надо избегать поедания сахара. И что интересно, FDA, то есть Department Food and Drug Administration, то есть еды и лекарств, администрация американская, она до сих пор не признала своей вины в том, что они согласились с этой идеей, то, что они все заткнули глотки и сказали, вынимайте жиры отовсюду, из всей еды. И они привели, в том числе, они привели к ожирению. Они не извинились за это. Я не знаю вообще, когда они извинятся. Наверное, когда последний чиновник, который это все вводил, умрет, тогда, наверное, уже следующее поколение скажет, мы тут ни при чем, это они вот эти вот. Это все они, сволочь. Белые супремасисты нас заставили. Это они захватили. И то, что чернокожие растолстели, это вина этих белых супремасистов. Я хочу... Хорошая информация, кстати, да. Галину Литвинов поблагодарить за донейшн через PayPal. Спасибо, друзья. На самом деле от ваших донейшн зависит частота выходов в эфир сейчас. И напомнить вам о том, что существует еще и кофе, поддержка канала. Пожалуйста, там и на месячной основе можно просто какую-то определить денежку, которая бы просто на месячной основе переходила бы нам. И там же есть еще и эфиры. Вы можете там как бы это все дело просматривать. Я хочу сейчас сообщить вам, что готовится пресс-конференция в Бруклине. И уже очень скоро, мы видим, вот уже стоят микрофоны, мы получим какую-то дополнительную информацию, официальную информацию от департамента полиции. Ну а прежде чем это произойдет, и мы держим руку на пульсе, я бы хотел сообщить вам о том, что и поговорить об этом тоже с Андреем, что в доме Майка Пенса также нашли секретные документы на этом уикенд. И история с секретными документами, похоже, начинает либо очень запутываться специально, чтобы мы уже потерялись, у кого этих только документов и не существует. Может быть, у Камала Харрис тоже есть чего-то там. Ну, так это
небольшая наводочка. Но что происходило в доме у Майка Пенса в Индианаполисе? Давайте посмотрим. В доме бывшего вице-президента Майка Пенса в Индианаполисе ФБР обыскало его в поисках секретных документов и нашли такие. В пятницу ФБР заявило, что обнаружило как минимум один секретный документ. Поиск, на который согласился Пенс, также привел к обнаружению еще 6 дополнительных страниц без секретных пометок, которые не были обнаружены при первоначальном просмотре советником вице-президента. Так заковыристо сообщается в пресс-релизе ФБР. Чиновник Министерства юстиции подтвердил, что обыск был проведен ранее в этот день. Пенса и его жены не было дома во время обыска, но присутствовал член его команды юристов, и Министерству юстиции был предоставлен полный доступ в дом. Это произошло после того, как адвокат Пенса Грег Джейкобс в январском письме уведомил Национальный архив об обнаружении секретных документов в доме Пенса. Обыск также проводился в рамках того, что обыски были в доме Дональда Трампа и Джо Байдена. Они оба сталкиваются с расследованием двух специальных советников по поводу хранения секретных документов. Вообще удивительная штука, если документ содержит страницу с секретной информацией, то какая разница, там, как они говорят, одна страница из секретного документа с пометкой, да, ну это уже секретный документ, и по-другому здесь как бы никак нельзя это дело классифицировать. А вообще, как ты считаешь, что это? Это попытка сделать так, чтобы мы все меньше говорили о Байдене и его секретных документах, или же это нечто другое? Ну, вообще, закон управления сознанием при помощи новостей как раз говорит о том, что публика запомнит то, что было последним. И поэтому, если вы проведете обыск у Трампа, что-то найдете, потом у Байдена, то люди запомнят Байдена. А если вы еще у Пенса, то люди запомнят Пенса и скажут, еще там кто-то был. Ну, их было очень много, и вообще это неинтересно. У всех есть секретные документы, а если у всех, то значит все нормально. А вообще, когда я слышу словосочетание «обыск у Пенса», я как человек, живший в России, я представляю пенсионеров, у которых был обыск, потому что есть такое сленговое «пенсионер Пенс». Поэтому да, оставьте Пенса Черный, уже в покое. Да. Он вряд ли победит на праймере с республиканской партией. Хотя ничего исключать, конечно, невозможно, но мне кажется, у него мало шансов, и опросы об этом говорят. Он скорее идет для того, чтобы, может быть, взбодрить, так сказать, свою базу и победить на каких-то других выборах. Либо напомнить о себе, получить какой-то пост, может быть, какой-то ритуальный пост, виртуальный, может быть, фонд какой-то под него создадут. И он тоже будет 300 миллионов долларов в год направлять на свои, на симпатичные ему проекты. То есть вряд ли он идет побеждать. Я об этом. Он Но идет не побеждать, он, что-то он другое. Он же тоже, да, идет на президентскую гонку, и он об этом как бы сделал намекает. Такое якобы заявление. Да, намеки, потому что я тоже пойду. И вот тоже пойду. И у меня тоже есть секретные документы. Смотрите, все, кто идет, у того должны быть секретные документы. ДеСантис, у тебя есть секретные документы на даче около твоего драндулета? У меня есть. Ну, он не имел доступ к секретным документам, да. Поэтому все. Гуляй, оставайся во Флориде под пальмой. Пока эта ситуация, да, не, ну как бы я вот четко вижу это использование вообще всех этих структур ФБР, Министерства юстиции как политический инструмент давления на политиков и как, конечно же, некая выгородка для Байдена, который сейчас вот ну как бы попал в эту историю и всяческим путем пытается замять вообще всю эту историю с документами. Вот они придумывают тут уже все, что угодно, лишь бы это все сейчас прям замалось. Вот Мила пишет, да, а Камалу проверить слабо. Ее тоже можно, кстати говоря, уже проверять. Она уже, видимо, там как бы... Я отвечу ей так. Да-да-да. Прекрасным таким юношеским веселым смехом. Поскольку Камала Харрис это же вообще отдельный, да, это даже не человек. Она давно курит траву, я ей немножко даже верю. Это даже, да, это даже не человек вообще, это фактически гуманоид. Хаина. Фактически гуманоид, хаина. Да. Но смеется она как хаина. Как гиена, да? Я вот хочу показать некий такой смешной фотошоп на Камалу Харрис, вот она.
прекрасная, замечательная, с сумочкой с документами, фактически. А, фактически все секретные документы там. И кто, если кто-то может сказать, что Камала Харрис – это человек. Да, и может быть Шарль Кинель. Пусть первый кинет в меня камень, как говорил Остап Бендер. Может, там хотели, летели забирать ее, хотели поменять на другого андроида. Ну, а почему бы и нет? Слушай, когда говорят о том, что китайские шары – это инопланетные объекты, то почему бы нельзя сказать, что Камала Харрис – это вообще как бы пришелец из космоса? Да, по-моему, у Айзека Азимова есть рассказ фантастический про то, как один политик стал суперуспешен. Сначала он стал мэром, потом там губернатором, потом президентом. Он был очень честный, красивый, такой эрудированный и всем нравился. А потом в конце этого рассказа выясняется, что это был биоробот. И старенький профессор его соорудил именно, чтобы спасти человечество от коррупции, всех там недостатков человеческой природы. Почему нам тогда прислали Камалу Харрис вопрос? Чтобы вновь ввергнуть нас в состояние коррупции и того состояния, когда мы вынуждены будем от чего-то спасаться. Потому что мы спасаемся от чего-то каждую весну и каждую осень. Ну вот так это совпадает с пиками, знаешь... Когда пух летит. Да, нет, ну, всякие психические проблемы обостряются в этот период, ты знаешь. Я думаю, меня на амброзию, я чихаю за амброзию. Ну вот и на амброзию, а у кого-то вот, ну, как бы вот почему-то весна и осень очень влияет вообще на все эти вещи. Я хотел бы еще сегодня, знаешь, поговорить с тобой о новом скандале вокруг биографий. Люди приписывают себе, что они то там, то там. Понятное дело, что вообще, в принципе, как бы институт репутации уже потерял какое-либо значение. Мы можем посмотреть на самого Байдена, да, изначально, который нам рассказывал, как он там, бедный, боролся вообще с апартеидом вообще и с расизмом. Лучший на самом друг, деле, да, лучший кольцо. Друг вообще. Так вот, скандал разгорелся вокруг биографии Анны Паулины Луны, еще одного члена Конгресса. Произошел он вслед за Джорджем Сантосом, конгрессменом от Нью-Йорка. Давайте посмотрим сюжет и поговорим об этом, тоже интересно. В США разгорелся скандал вокруг биографии еще одного члена Конгресса. Левая пресса попыталась уличить республиканку Анну Паулину Луну из Флориды в фабрикации своей биографии. Не так давно конгрессмена Джорджа Сантоса из Нью-Йорка обвинили в том, что он придумал элементы своей биографии, в частности то, что он закончил колледж и работал на Уолл-стрит, а еще выдумал себе еврейские корни, которых у него, вероятно, не имеется. Анна Паулина Луна также утверждает, что у нее есть предки ашкенази, и она хоть и является католиком, но была воспитана под влиянием отца, который придерживался мессианского иудаизма. Впрочем, левые медиа обвиняют ее в том, что она могла это придумать ради политической карьеры, ведь Анна Паулина Луна избирается от Флориды, где проживает немало евреев. При этом обнаружилось, что ее дедушка по отцовской линии в годы войны служил в вермахте. Сама Анна Паулина Луна обвинила прессу, которая копается в ее прошлом, в клевете. Она отмечает, что ее дедушку заставили служить немецкой армии, и он по взглядам не являлся нацистом. При этом ее предки по материнской линии воевали с немцами в составе армии США. Под давлением конгрессвумен журналистам пришлось вносить правки в свое расследование. И в целом эта медийная атака на нее вскоре закончилась победой Анны Паулины Луны, которая предстала в образе Украины. Левых медиа и их антиреспубликанской повестки. Приукрашивание биографии – дело для политиков привычное, но нынче оно стало носить характер эпидемии. Олицетворением этого является Байден, который выставлял себя борцом с сегрегацией и апартеидом, чего никогда не было. Политический класс США усвоил, что институты репутации больше не работают, и можно как угодно манипулировать биографией ради победы на выборах. Ну, собственно говоря, не дать не взять. Что ты можешь добавить про Луну, про вообще, в принципе, даже не про нее, а вообще про ситуацию, когда вот как бы подобное происходит. Ну, я начну от частного, может быть, к общему. Частное. Ну, во-первых, я считаю, что дочь за отца не отвечает, тем более за дедов. И мне очень странно, что ей впиняют, что кто-то у нее там был среди дедов, то ли национал-социалистом, то ли евреем, и что это тут плохо, то хорошо, это...
по-моему, это не может быть ни предметом, ни гордости, что у тебя кто-то из предков был хороший. Тебе повезло, это да, это удача, но это не то, что, чем ты должен гордиться. И я, например, могу про себя сказать, что я когда со своим отцом и с дедом, еще будучи подростком, мы садились около телевизора и смотрели в 90-е новости, то выяснялось, что мой дедушка, он за коммунистов, мой отец, он за ЛДПР, а я был за Егора Гайдара. И что? Что вот я должен был стесняться, что у меня такой отец и дедушка? Нет, я считал, что ну такая семья, так вот сложилось. По терминологии левых, да, должен. То есть ты должен быть там левый, прямо я не знаю, да, вот как левый голубых кровей. Нет, это, во-первых, я, например, вот если у Оказии Кортес родится дочь или сын, он потом придет в республиканскую партию, я буду только рад. Я скажу, ну да, даже у Оказии Кортес родился сын, который пришел к республиканским идеям. Это хорошо, и не надо его попрекать, что у него мать таких левых радикальных взглядов. И еще я обратил внимание, ну это уже давно, в принципе, что когда-то было время реально, когда дискриминировали евреев в Америке, это было лет 100 назад. Сейчас же уже гордятся тем, что есть какие-то еврейские корни, и это уже является частью приукрашивания политических. Но в ее случае она шла от Флориды, и там очень много, как бы во Флориде очень много живет евреев, поэтому она... Ну, много, 2%, это же 2-3%. Ну, видимо, от того, от округа идет, да? Видимо, из того округа, в котором она шла. Это скорее говорит о том, что среди спонсоров потенциальных много евреев, потому что евреи, я вот как человек с фамилией Минакер вам скажу, что мы талантливый народ, и у нас много людей, которые хорошо зарабатывают. И поэтому, чтобы целевая аудитория понимала, что надо ей дать денег на избирательную кампанию, она намекала, что я и ваша. И я могу сказать, что это еще говорит о том, что вот эта история антисемитизма системная, потому что был реально системный антисемитизм, потому что, например, в университеты американские тяжело было попасть студенту, если он еврей. Это было реально. Это было 100 лет назад, это была реальность. Сейчас, конечно, такого нет. Сейчас просто белого не могут не пустить, потому что он белый. Так вот, системного антисемитизма нет, и он, в принципе, вот, например, в Голливуде он уже давно, так скажем, его нет. Вот все, наверное, знают такую актрису Вупи Голдберг, у которой предки Африки. Она же ведет сейчас шоу на ABC, где она политически рассказывает о том, кстати говоря, что проблемы Холокоста вообще не существует. Это что? Ее слова, и мы говорили об этом несколько месяцев назад, о том, что это ваша проблема. Не приписывайте себя к расизму, не приписывайте себя к черным, даже не пытайтесь примазаться, она говорила. Да, реально. Это человек, который примазывался к евреям, потому что ее настоящее имя и фамилия Кэрин Элейн Джонсон. А Вупи Голдберг, она взяла специально псевдонимы, она как-то в интервью сказала, что когда она приехала в Голливуд и хотела делать карьеру, она знала, что очень много продюсеров евреев, и она хотела, чтобы они, прочитав ее фамилию, не видя еще ее, они думали, что да, вот пишешь, Вупи Голдберг это псевдоним, а она взяла Голдберг, она взяла еврейский псевдоним именно с расчетом, что ее возьмут как еврейку. Даже потом увидев, что она чернокожая, они могут подумать, ну может у нее там четверть еврейской крови, я не знаю, может ее предки чернокожие, но приняли иудаизм, и поэтому в каком-то смысле она наша, вот она на это рассчитывала. То есть примазываться, она говорит, не примазывайтесь, она сама свою карьеру построила на примазывание. Она же не Сидоров взяла фамилию, и не Джонсон, она наоборот от англоязычной, у нее была Джонсон, она от нее отказалась. Поэтому, когда я слышу истории про то, что якобы белый супремасизм какой-то, его нету хотя бы потому, что люди сейчас придумывают себе биографии, что они индейцы, как вот известная Покахонтас. Uh-huh. Или они придумывают, что они африканцы. Вот когда люди придумывают что-то, чего они не являются, это значит, что эти группы населения точно уже не ущемляются, что выгодно быть этими группами населения, выгодно быть евреем в каком-то смысле, в каком-то округе, я согласен с тобой. Выгодно быть там в Голливуде, может быть, к евреям относиться. Выгодно быть чернокожим, если ты поступаешь в университет или на какую-то работу, где есть квоты для чернокожих. Где-то, возможно, выгодно быть латиноамериканцем или азиатом, но история с тем, что когда-то люди приезжали в Америку и брали англоязычные фамилии, это уже давно в прошлом. Да, когда-то
люди приезжали в Америку и боялись, что их будут дискриминировать. Например, почему мало немецких фамилий в Америке? 50 миллионов американцев имеют полностью или частичное происхождение немецкое, но они не имеют немецких фамилий. То есть у них у всех англоязычные фамилии. Почему? Потому что немцы, приезжая в 19 веке, меняли фамилии с немецких. Там Шварценеггер, он вот остался, потому что он приехал не так давно исторически, если на это посмотреть. А вот Шварценеггер, приехавший в 1850-м, менял фамилию, брал Джонсон какой-нибудь, там Смит, например, Мартин. Они вот такие брали фамилии англоязычные. Потому что тогда действительно на немцев могли дискриминировать, итальянцев дискриминировали, ирландцев дискриминировали. Сейчас этого нет. Сейчас вот... Это все выдумывается. Ну, вот смотри, никто не хочет ассоциироваться там с белыми мужчинами, да, например, там, или женщинами, поскольку это сейчас как раз-таки та категория людей, которая в большинстве случаев попадает как раз-таки под дискриминацию, и ты последний в очереди. То есть ты приходишь на работу, ты последний в очереди, там, за раздачей чего-то, там, ты последний в очереди, и ты всем обязан, да, ты всем обязан, тебе надо платить всем подряд, и ты в итоге, как бы, получается, меньше возможностей имеешь. Да, конечно, и какой-нибудь бедный парень из Кентукки, который, допустим, ищет работу где-нибудь в Вашингтоне, например, в федеральном органе, то его введут в категорию привилегированного гражданина. Хотя, может быть, у него отец пьющий был, там, а мать бедная какая-нибудь уборщица. И он сам, как Ломоносов, фактически вот с голым задом поступил в колледж, там, только благодаря своим знаниям, умениям добился получения высшего образования, пришел поступать в университет, то есть на работу в какой-нибудь госорган, а его не берут, потому что он из расы привилегированный. Хотя он персонально, он вообще никакой не привилегирован, он из бедной семьи. Да, это несправедливо, и это должно быть искоренено, и я поэтому и думаю, что, возможно, какой-то следующий республиканский президент, волевой человек, добьется того, что все эти дискриминации по расовому признаку будут искоренены, причем, что они уже сейчас противоречат законом Америки, которые были приняты еще в 60-х годах, когда вот приняли законы о том, что нельзя учитывать расу и происхождение человека при приеме на работу, при приеме в университеты. Это все не должно учитываться. Должны учитываться только характеристики, как сказал Мартин Лютер Кинг, что у меня есть мечта, когда моих детей будут оценивать по контенту их характера, по содержанию характера, по поступкам, по знаниям. Чего так и не случилось. Да, прям не случилось. Расизм против одних перевернулся в расизм против других. А вот человечеству необходимо обязательно кого-то угнетать, да, и ущемлять. То есть как бы это вот никуда не деться. То есть вот удивительно, да, вот он должен быть расизм в любом случае, но мы будем делать вид, что это мы очень хорошие, поэтому мы делаем расизм. Раньше мы были плохими, а теперь-то мы хорошие, да, но расизм еще, останется. Да, его называют позитивная дискриминация, что интересно. Так позитивная, как хочешь для кого, его, да, назови, расизм, бедного, есть расизм, не может быть позитивного расизма или негатива. А раньше что было, например, да, почему раньше было негативный, а он сейчас был он позитивный для белых, конечно. Ну когда, да, ну вот в чем когда, вопрос-то, когда пожалуйста. Парня белого принимали в Йель, например, в 20-м году прошлого века, а еврея, допустим, не принимали именно за то, что он еврей. Тогда это было позитивно для этого белого парня, сына там, например, ирландца, а для сына раввина из Жмеринки, который эмигрировал там, в 1905 году. Опять же, оба белые. Да, но так, ну, тогда 90% населения было white and hispanic. Потому что тогда, ну, другая Америка была совершенно. Тогда все хотели быть белыми, поэтому сын, например, индейца и белой женщины, он себя записывал в белого человека, потому что ему было бы выгодно записываться белым. А сейчас, даже если у тебя восьмая часть индейца, ты записываешься индейцем, потому что выгодно быть членом племени, потому что тогда тебе дают... Если ты член нации, nation, допустим, в Неваде, то часть доходов от казино в Неваде тебе перепадает. Ты просто вот сидишь, ничего не делаешь, тебе $1000 в месяц капает. Например. Почему бы и нет? Просто потому, что ты себя идентифицируешь индейцем, а не белым. Поэтому, собственно, частично проблема с тем, что снижается количество белых, она связана еще не только с тем, что физически белых меньше становится в процентном отношении, а еще потому, что часть белых переписывается на небелых. То есть они реально вот показывают, допустим, какой-то nation,
где-нибудь в Неваде. Там сидят люди наполовину белые или даже вообще белые, сидят такие в костюмчиках и говорят, мы индейцы, мы получаем деньги от этого казино. Или от продажи табака, да, тех же сигарет, например. Просто выгодно. Без налогов. То есть если вы сейчас создаете выгоду для человека записываться белым, он будет записываться белым, тот же, который наполовину белый. Или вот дети, например, приезжают, допустим, латиноамериканка выходит замуж за белого американца, ее сын записывается латиноамериканцем, потому что он тогда в университете его рассматривает как человека, которому надо помогать там, в школе, потом при приеме на работу. Естественно, ему выгодно записываться латиноамериканцем, хотя он ни испанского не знает, он никогда не был ни в одной латиноамериканской стране, он никак не ассоциирует себя с Латинской Америкой, но ему выгодно записываться, говорит, I am person of color, give me my money, give me my job. Это просто выгодно. Спасибо тебе за твое мнение. Я тебе благодарен. Андрей Минакер был сегодня в студии Tickets Video Production. Буду с нетерпением ждать встречи с тобой в ближайшем будущем. И благодарю тебя за то, что ты сегодня пришел к нам. Спасибо тебе. До новых встреч. Ребята. До новых встреч, дорогие ребята. Дорогие ребята, да. А я пошел на другие утренники, да. Я напомню вам, друзья мои, что мы ждем сейчас комментариев от полицейских в Бруклине о том, что сейчас там произошло. Напомню, что сегодня несколько человек были сбиты и ранены грузовиком, юхал в Бруклине. Несколько пешеходов были сбиты в трех разных местах. В Бэй-Рич, в районе 5-й авеню Бэй-Рич Парквей. В одном месте грузовик вылетел на тротуар. По крайней мере, несколько человек пострадали, по данным полиции. Мужчина в возрасте 30 лет был сбит, юхал на 4-й авеню. Его доставили в лютеранскую больницу в критическом состоянии. Трое других мужчин на мопедах были сбиты и получили травмы. Водитель бежал с места преступления по скоростной автомагистрали Коуэнс. Но его поймали, Гэмилтон-авеню, окружили полицией в районе Колумбия-стрит. Ред Хук, Роберт Би, так его сейчас называют полицейские. Подозреваемый задержан, связывают это с терактом, ну, по крайней мере, называя сейчас то, что в данный момент происходит суд над террористом, который совершил преступление несколько лет назад подобное, и сейчас находится в стадии того, что его могут приговорить к смертной казни. Таким образом, возможно, делают предположение Breitbart и другие издания, связывая два этих события, скорее всего, так это и выглядит. Но сейчас, в данный момент, мы видим, что полицейские готовы сделать официальное заявление, и сейчас мы, вероятнее всего, услышим о том, что же, какие официальные заявления будут делать полицейские. Давайте посмотрим. Это прямой эфир, Tickets Video Production, остаемся друзьями. Good afternoon, everyone. Thank you for being here. We are here on Columbia Street and Hamilton Avenue in Brooklyn. Behind us is a U-Haul truck stopped successfully by the NYPD, ending a violent rampage through Brooklyn that left at least 8 people injured. Those victims are now in area hospitals. Our best wishes are joined by those of the entire city for their speedy recovery. The early details are as follows. At approximately 10:50 this morning, officers responded to a single male driving a U-Haul truck in the Bay Ridge area of Brooklyn. The vehicle struck a number of people, ultimately being stopped here near the entrance to the Battery Tunnel into Manhattan by our highway patrol units. We are still constructing the events. This information is preliminary and subject to change as we continue to learn more. Right now, reportedly, we have 8 people struck. 2 are in critical condition, 2 are in serious condition, and 4 sustained minor injuries. 7 of those people are civilians. 1 of them is a police officer who is taking police action during this incident. We have 7 different locations to process, including the one behind us. At this time, we have no
indication that there is any terrorism involvement in this incident. However, as always, we will continue to investigate this incident with the full resources of the NYPD and our partners. What we saw today is a clear example why every moment of every day, the NYPD must be prepared for every possibility. I want to thank our NYPD officers, our partners in law enforcement for jumping into action this morning. If anyone has any information that may aid in this investigation, we encourage you to contact us at 1-800-577-TIPS. You may do so anonymously. Again, this information is preliminary. I will take some questions. Good morning. Two things. What was the cause for the initial stop? Why was the vehicle suspicious and pulled over to begin with? And what can you tell us about the suspect? The vehicle that was stopped as a result of it hitting several people. It came to rest here behind us. So this, he hit people before? That is correct. Okay. Okay, right. Ayanna Harry. Good afternoon. It appears that there were some videos that are circulating that seem to show an NYPD car on the sidewalk following behind me. Can you talk to us about, I guess, tactically why that might be something that seems dangerous? That's the subject of our investigation as well. That'll all be part of our investigation. Yeah, can you tell us about some of the other locations and also what do we know about the suspect? We know a very limited amount about the subject at this time. That's part of our investigation. There are approximately seven scenes that we have to process at this time. They're all in Bay Ridge along the way to here. Can you just give us a name and age? Of the subject? We're not releasing that at this time. Adam Harding, could you just, about the suspect, any ties to New York? He may have only been in the area, we understand, for a couple of years, and it also being the beginning of sentencing for a similar case on the west side. Is there any correlation, link there in dates, a similar type of crime scene? As it stands, this is very early in the investigation. That will be part of what we are looking at this time, whether this person has a nexus to New York or out of state is part of that as well. Okay, one or two more. Aaron Katersky. Thank you, Mr. Hello. When you say seven scenes, does that mean people were struck in those seven different locations? And is there anything that indicates that it was intentional? We don't know that at this time. There are seven scenes, eight people are struck, and that will be determined as we go through the scene with our crime scene. Last question, Rocco. Commissioner, a couple of elected officials have already tweeted out that the suspect said something to the effect that he wanted to die. Can you talk about what he may have said to police at any point? Again, it's very early for us to be able to say that, Rocco. That'll be released when we have that information. Was the initial call about a U-Haul truck driving recklessly or had hit pedestrians, or were all the pedestrians hit after police engaged the vehicle? The preliminary information is that the U-Haul struck people first, and then we engaged after that. Right. Last question, Joe Marino. Do we know the status of the U-Haul stolen, where it was rented from? It's part of our investigation now. Thank you all for your time. I appreciate you coming out. Thank you. Thank you. Сейчас можно подвести небольшие итоги всего сказанного. В основном, что в 10:15 получили полицейский звонок о том, что происходит, что трак на улице в Бэй-Ридж сбивает людей, предприняты моментально меры, и 8 человек пострадали в данный момент, два в критическом состоянии, 7 человек гражданских, 1 полицейский был травмирован при задержании. Всего сцен, где этот грузовик сбивал людей, было 7 мест на Бэй-Ридже. Однако же полицейские пока что не находят никакой связи, что это был террористический акт. Нет никаких подтверждений, сделано заявление, очень рано, чтобы делать какие-то заявления. Был ли грузовик U-Haul угнан, либо он был взят в аренду, полицейские тоже пока об этом не говорят, ссылаясь на то, что это часть расследования, и они пока не будут открывать эту информацию. Ну вот, собственно говоря, все, что на данный момент сейчас официально известно. Опять же, связь с тем, что это было с судебным процессом, который сегодня выносит решение, полицейские тоже пока об этом не говорят и не делают никаких заявлений. В общем, нас продолжают держать в состоянии, когда очевидные вещи якобы не очевидны, и как будто бы надо еще больше какого-то им времени для того, чтобы это все дело выяснить. Посмотрите, какие вот
разные критерии все-таки происходят. Если Белому дому необходимо что-то подтягивать под свои законопроекты, то они не удосуживаются ждать даже решения судов, как Байден, например, там, в случае там, с тем же Кайлом Риттенхаузом, да, сделал заявление и сказал, что он виновен. Или, например, Шовенов, да, то же самое. Он виновен, не дожидаясь даже решения судов и всего прочего. А когда ситуация возникает, что это невыгодно левакам, тогда мы будем говорить о том, что да, нам нужно побольше времени, да, мы не знаем, да, мы не видим вообще никакой, как, какой-то взаимосвязи. На самом деле, о чем вы говорите? Друзья, вы понимаете, как важно сейчас иметь информационный ресурс, который будет говорить, что на самом деле происходит. По крайней мере, мы можем все задаваться вопросом, а что же реально происходит и как это все дело выглядит. Поэтому мы обращаемся к вам за поддержкой. Пожалуйста, используйте любую возможность, чтобы помогать нашему каналу. Для нас это очень важно, чтобы оставаться в информационном пространстве. Нас лишают возможности монетизироваться. Мы создаем канал Rumble, на который мы надеемся, мы сможем вернуть монетизацию. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Переходите туда, просматривайте наши эфиры. Для нас это очень важно сейчас. Просматривайте наши эфиры на всех наших альтернативных платформах. Подписывайтесь также на них, чтобы мы оставались на связи в период блокировок. Мы вот надеемся, что с появлением Rumble и с покупкой Twitter'ом Маском эти блокировки, по крайней мере, там не будут происходить. Поэтому просим вас переходить по ссылкам и подписываться на эти альтернативные ресурсы. Используйте зелье для помощи нам. Если у вас есть зелье, помогайте нашему каналу. Для нас это очень важно. Используйте PayPal. Также QR-код в течение всей программы вы увидели уже в углу экрана. Это наш PayPal-код. Используйте QR-код и помогайте нам. Также, пожалуйста, подписывайтесь на наши альтернативные источники и Ко-фи – это ресурс, на котором вы можете просматривать наши программы в прямом эфире и в записи, а также ресурс, через который вы можете помогать нашему каналу через системы, которые доступны там на ежемесячной основе, либо разово. Для нас это также очень важно. Используйте и помогайте нам. Плюс ко всему, можете использовать суперчат на Rumble. Там есть возможность также помогать нам через суперчат. Все на сегодня, друзья. Спасибо большое всем тем, кто был вместе с нами. Спасибо всем, кто писал и поддерживал нас в чате. Делитесь нашей трансляцией в те ресурсы, где вы присутствуете. Давайте увеличивать нашу аудиторию. Я благодарю модераторов нашего контента сегодня. Лана Медная, Семен Парнес, Алоис Бергант и Михалыч, как всегда. Спасибо вам, друзья, что вы делаете общение в нашем чате удобным и комфортным. Самое главное, берегите себя и до новых встреч, друзья. Держите руку на пульсе, мы сообщим о дальнейших выходах в эфир. Еще раз, все наши эфиры напрямую зависят от вашей поддержки. Сейчас нам очень сложно, мы переживаем сложный период, но надеемся восстановить и выходить на ежедневной основе, как и раньше. Спасибо всем, до новых встреч. Всем пока. Основной канал Цукец теперь на Rumble. Подписывайтесь. Каждый день мы выходим в эфир, чтобы держать руку на пульсе политических событий. Наш канал лишен возможности монетизироваться на социальных сетях. Также нет возможности развивать контент, поскольку мы в теневом бане. Это означает, что только от ваших донейшн зависит, насколько часто мы сможем выходить в эфир. Давайте сохраним нашу площадку для общения. Отправьте посильную помощь нашему каналу через PayPal или Zelle. Давайте вместе бороться за наше будущее.